Привет, меня зовут Игорь, и я вам расскажу про электронный обучающий плакат «Азбука». С помощью этого плаката ваш ребенок выучит буквы и также некоторые вещи, которые на эти буквы называются. Включим плакат. Привет, начинаем изучать алфавит. Нажимай кнопки. Первый режим – это когда мы нажимаем на какую-то букву, и он говорит, как она звучит. Элька. Второй режим – это экзамен. Найди букву Ю. Он говорит, найди какую-то букву, и мы должны найти, например, букву Ю. Также здесь есть игра. Найди букву С. Можешь найти дельфина. В этой игре нужно найти то, что изображено на этих кнопках и начинается на определенную букву. Например, дельфин начинается на Д. Молодец. Пока. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.